Вартовчане ходят в библиотеку с кормом для животных. В 5-й библиотеке Нижневартовска проходит акция «Большая помощь маленькому другу». Впервые ее провели в 2019 году по инициативе руководителя. Ее поддержали и сотрудники, и жители города. Тогда удалось собрать около 400 килограммов корма. В 2020-м акции помешала пандемия, но уже на следующий год помощь возобновили, и к ней снова подключились школы и детские сады. Тогда вес собранного корма превысил 600 кило. Сейчас акция проходит уже в третий раз. Две коробки уже отправились к своим хвостатым получателям. Часть корма отвозят в благотворительный фонд «Лапы добра». Остальное – волонтерам, которые держат у себя собак в частных домах или на дачах. Не остается без дела и корм для кошек. Кошачий корм у нас, конечно же, пользуется спросом волонтерами-бабушками, потому что им очень жалко кошечек, и у них в доме находится даже вот 10-12, там 15 кошек. Мы просто приезжаем, привозим корм, да, смотрим, действительно, реально есть. Миски, все стоит не для одной кошечки, а для большого количества. После этого мы снимаем также видеосюжет и уже выставляем на своей странице ВК.